Мощные гитарные рифы в помощь братьям нашим меньшим. В этом году Иваново впервые присоединится к всероссийской акции «Рок в защиту животных». На сегодняшний день в ней участвуют более 50 городов. В октябре масштабный музыкальный фестиваль пройдет и в Иванове. Все собранные средства пойдут в приют «Зоо-37». Участие в фестивале поможет комфортно существовать приюту, поможет благоустройству его быта, значительно облегчит оплату коммунальных расходов и, естественно, питание для питомцев. На сегодняшний день в приюте содержится порядка 200 животных, собак и кошек. Здесь хвостатых кормят, ухаживают за ними, при необходимости оказывают ветеринарную помощь. Все это требует затрат. Волонтеры надеются, что фестиваль не только поможет приюту, но и станет ярким событием для ивановских любителей музыки. На сегодняшний день уже есть договоренность с одной из городских концертных площадок. Открыт прием заявок от музыкантов, желающих выступить на фестивале. Как таковых сборов именно конкретно на сам фестиваль мы не ведем, то есть у нас все на полном энтузиазме и, как говорится, от души. От музыкантов, да, самое главное желание поддержать фестиваль, выступить, подарить людям эмоции, создать благоприятную атмосферу. Фестиваль назначен на 6 октября и будет приурочен к Всемирному дню защиты животных. Организаторы ждут всех неравнодушных к судьбе пушистых обитателей приюта и к старому доброму рок-н-роллу. Наталья Гутарина, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.